Ну, первое, то, что мне хочется сказать, это хочу пожелать здоровья главному тренеру Клансаку Владимиру. Там, знаю, он приболел и сегодня руководил командой Женя Ефрем. У него тоже там что-то простуда, еще какие-то моменты. Им здоровья. Это в первую очередь, еще раз, чтобы они не болели, а могли спокойно там руководить своей командой. Ну, что касается игры, то в целом, еще раз, наверное, в первые где-то порядка там 15, может, там 20 минут нам было немного сложно. Хотя, еще раз, мы к игре готовились, понимали, что команда играет достаточно вертикально, не пытается что-то комбинировать, бьет вперед и побежали, бьет вперед и побежали. Ну, одно дело, еще раз, мы своим игрокам об этом говорили. Другое дело, встретившись с такой игрой, не все у нас особенно получалось, потому что мы подбор проигрывали, снова определенное шло нагнетание борьбы, много стыков, и там мне сложно оценить пока пенальти, который был поставлен, то есть, хотя вроде как главный тренер, вернее, главный судья сперва не реагировал, а поставил уже по отмашке боковому судьи. Ну, ладно, не будем об этом еще раз. А уже где-то, наверное, все-таки ближе к середине первого тайма, уже преимущество наше стало вырисовываться. Мы лучше контролировали мяч, лучше комбинировали, создали два прекрасных момента. Один из эпизодов, где там Саша Нечаев вышел чисто 1-1, прекрасно сыграл ваш вратарь, выручил. Пожалуй, такой ключевой момент в первом тайме. Второй тайм, еще раз, команда все-таки ваша играла по счету. Такого как бы давления особо не оказывало. Хотя у нас были свои ошибки, где мы там и обрезали, и не все четко контролировали. Но еще раз там видел, что в конце, очень ближе к середине второго тайма, команда перешла играть в три центральных защитника. Я понимал прекрасно, что это уже чисто от обороны. Но мы так тоже создать что-то такое вот суперголевое так и не смогли. В целом, еще раз считаю, что эпизод там в конце, который, так по мнению игроков наших, там связан с пенальти. Еще раз, мне сложно его комментировать, потому что еще раз только на видео смогу оценить. Вот. Ну, исходя из проведенных еще раз вашей команды первых 15-20 минут, когда забили мяч, ну, будем считать, что победа заслуженная. Выиграли 1-0. Мы больше создаем моментов, больше создаем предпосылок. Сегодня мы этого сделать не смогли. В этом вина ваших ребят. Пожалуйста. Вопрос? Нет вопросов? Все, спасибо. Все, спасибо. Очень нервная, тяжелая игра. Знали силу соперника, да, его контроля мяча. Поэтому построили игру на быстрых контратаках, на прессинге в начале матча, и что, в принципе, и принесло плоды. Доработали пенальти и гол забили. Я считаю, что по опасным были моментами у нас побольше было, хотя и сказать, что соперник тоже создал 2-3 момента очень опасных, можно сказать, простили нас. Но, как говорится, забили мы победили. В раздевалке всех ребят поздравил с победой. Сказал спасибо за проделанную работу. Вопрос? Нет вопросов. Все, спасибо.